Детский сад в привокзальном поселке отреставрируют. Напомним, дошкольное учреждение по адресу Грязодубовой, 5, сейчас не функционирует. На разработку проекта его реконструкции выделено больше 6 миллионов рублей. Власти уже заняты поиском подрядчика. По плану масштабного преображения нужно усилить фундамент здания, стены, перекрытия и перегородки. Лестницы и площадки необходимо усилить. Отремонтировать и заменить пол, окна, двери и кровлю, а также обновить всю коммунальную инфраструктуру. Кроме того, подрядчик должен представить проект отделки фасада, который будет соответствовать окружающей жилой застройке. Общая стоимость контракта 6 миллионов 15 тысяч рублей. Итоги торгов объявят 26 июля.